дорогие мои, всем привет! Мы в примерочный вкус. Все-таки я, несмотря на мое нытье, я нашла, что померить. Всем привет из Канады. Кстати, помните сумку? Вот я взяла ее в обиход после моего видео. Я подумала, действительно, что я не ношу? Не ношу. Пошла на работу сегодня, взяла. Она, правда, такая уже пожилая. Ну ладно, что стоит, буду носить. Посмотрите, какие у меня сегодня цвета. Вот я... Everything is good, thank you. Yeah, thanks. Продавцы здесь, конечно. Единственная черная вещь. Я набрала всяких ярких свитеров. Так прикольно. Я вроде ходила, нудила. Все такое мрачное, все такое никакое, неинтересно. В результате вон у меня все, даже мальчики, которые мне помогали, вешали тут все это. Говорят, ну ты все цвета радуги принесла в примерочную, это правда. Давайте будем примерять. Интересно, что у нас получится. Я красивая в черных джинсах, так что у нас будет самое такое нейтральная примерка. Так, первый цветорок у нас вот такой вот красивый, яркий, оранжевый. Это называется такой осенний цвет. У нас Хэллоуин, Пампкинс, в общем, все вот это вот. У нас очень в ходу сейчас такие цвета. Что хочу сказать, он такой узковатенький немножко. Ну, такой. Я взяла медиум, надо было, наверное, брать ларч или экстра ларч. Я что-то не поняла его размера. Вот, он стоит $150. Он сделан из много мохера, что-то... Я сейчас проверю, я вам скажу. Я уже посмотрела и опять забыла. Мохер, шерсть и полиэстер. Шерсть, по-моему, 14, мохера 34, все остальное полиэстер. Может быть, я насчет мохера ошиблась. Сейчас я проверю и посмотрю. Ну, вот такой вот, он немножко маломерит. Ну... Потому что я вам сейчас покажу, у меня здесь размер смол огромный, а этот такой узенький свитерок. Ну вот такой фасон у него. Я не вижу, что он мне мал. Я просто думаю, что у него такой фасон, что он не должен быть большой. Короче, я немножко ошиблась. 53 мохер, 14 шерсть и остальное полиамид. Ну, неплохой состав. Цена $150, размер медиум. Вот такой вот свитерочек. Он немножко из-за мохера, он немножко, ну, как бы лезут нитки с него. Осталось на мне тут, ну, черная футболка. На мне осталось много от него остатков. Жакет. Очень мне нравится. Цвет бесподобный. $175 стоит, 100% шерсть. Я считаю, что это не очень дорого для 100% шерсти. Относительно. По нынешним ценам Юникло стоит... Нет, шерстяные вещи в Юникло, там, кашемир там дорогой, а шерстяные вещи там до сих пор, ну, дешевле, конечно, значительно, сколько там были, свитера за 60, мужские вообще за 50. Ну вот, это размер смо, он большой довольно, видите, он такой широкий. Ну, вот, по-моему, нам мне больше не надо, если будет больше медиум, мне кажется, он будет очень широкий. Не очень большой вырез, у меня здесь маечка черная, но, в принципе, можно и без нее, такой вырез не очень большой. Рукав такой, в общем, нравится мне. Очень цвет красивее, чем на видео. Более насыщенный такой травянисто-зеленый. Здесь такой более изумрудный. Хотелось бы в нем карманов, но нету. Но симпатичный, мне прям нравится. Красивый свитер, красивый цвет. Не свитер, а жакет такой. Шерстяной. Так, видите, вот $175, размер смол. Девочки, ловите код, кому нужно, если вы хотите заказать такой. Вот такой красивый зеленый цвет. Пуговицы простые, пластиковые, но хорошо. Вот, красиво. Нравится, мне прям запал в душу. Ну, цвет такой. Эх. Желтенький свитерок. У нас прям светофор. Красный, зеленый, желтый. Тоже шерсть. $135. Обычный совершенно свитер, простой, но он не толстый. Знаете, вот и этот вот, кстати, этот толстый немножко. Жакет. А свитер вообще довольно такой тонкий. То есть, вот знаете, я боюсь покупать иногда шерстяные вещи, потому что в них жарко. Вот я сижу в офисе на работе, и у нас бывает там жарко очень, и я как бы немножко вот опасаюсь таких толстых, душных вещей. Вытащила свой кулончик, чтобы красивее. Правда же красивее? Совсем другое дело. Вот, кстати, вот такие свитера однотонные. Чем они хороши, что вот на них вот повесишь такую вот звенелку, бумбелку, и уже совсем другое дело. Значит, это размер смол. Он
большой. Ну, то есть прям большой. Рукава прям длинные, плечо прям спадает. В общем, вот этот смол еще как-то так, а этот прям мне сильно, сильно как-то великоват. Хоть бы чуть-чуть, он был бы поменьше. Вот чуть-чуть. Мне, наверное, все-таки надо было бы экстра смол. Это очень странно. Я экстра смол, но вы видите, да? Или мне кажется, что он какой-то широкий, большой. Так, $135, размер small, вот его код, 100% шерсть, и он большой, девочки, прямо очень объемный. Слушайте, стала примерять этот свитер и вспомнила, что я уже такой мерила кардиган, только он был в бежевом цвете, вот такой же с карманами, он стоит $150, у него 38 шерсть, 35 альпака, и все остальное у него синтетика какая-то, но он... Очень классный. Я помню, что еще тогда я восхищалась. Он был бежевый такой, очень базовый. А сейчас цвет, конечно, такой громобойный, я бы сказала. Такой, конечно. И это медиум, мне кажется, он мне немножко великоват. Великоват. Вот тот я мерила смол в прошлый раз, он мне был получше. А этот как-то немножко лишнее тут у меня, по-моему. Но цвет красивый, но очень яркий. Я немножко не хотела бы, наверное, все-таки такого цвета. Все-таки это должен быть базовый. Вот бежевый был лучше. Ну, кто любит поярче, тем, конечно, в самый раз. Такой токсичный флуоресцентный зеленый. Так, медиум $150. Вот такой код у него. Он немножко такой, знаете, он такой немножко неоднородный цвет. А с такой, как будто бы, как это называется, мережка? Нет, как это называется? Меланж? Что-то такое у меня крутится в голове. Видите, у него есть как будто бы светлее, темнее нитки. Как, знаете, есть такие мотки меланжевых ниток. Вот они как раз такие, знаете, они не однородный цвет, а такой немножко с примесью. Но это симпатично. Так, смотрите, какой интересный. Не то жилет, не то платье. Потому что, в принципе, его можно носить как платье. Но вот такая вот низкая пройма, они есть такие черные, такие бежевые. Бежевый я несла свой размер. Я хотела померить бежевый, потому что мне бежевый как-то больше понравился. Он довольно дорогой, $225 стоит. У него 60% шерсти и 40 леоцел. Довольно большая, видите, вот здесь вот такая пройма. То есть вниз надо обязательно что-то надевать. Какой-то свитер или вот... Ну, что-то с длинным рукавом, по-видимому, потому что, в принципе, вещь теплая, зимняя такая, карманов нет у меня. Вот, и тогда его можно, в принципе, вот так носить с брюками, как жилет, или можно носить как платье, с высокими сапогами, с черными колготками, вполне можно носить как платье. И опять же, черная вещь, вот вам, пожалуйста, украшение сверху, и сразу красиво. Конечно, просятся рукава. Можно было одеть вот этот вниз. Торчал бы оранжевый рукавчик такой. Но мне кажется, что здесь не надо много цветов. Мне кажется, что рукав тоже должен быть черный. Потому что если сделать какой-то вот такой вот яркий. Особенно черный с оранжевым, это прям Хэллоуин. То есть это вообще. Вот, а вот единственное, что мне вот немножко, знаете, у него довольно большая-большая пройма, а здесь он такой, в принципе, не широкий. Yes, thank you. Which color are you kind of leaning towards? Any colors in particular? Green. Yeah. The green one. It's a good green, right? I like green. Yes. For sure. It's my favorite. Green is my favorite color at all. Yeah, I like a nice, like, forest green is my favorite color. Like a forest or pine green. Yeah, right. Какие они разговорчивые продавцы, они, наверное, на комиссию здесь работают. Короче, вот, видите, здесь он такой узковатый, а пройма широкая. Ну, возможно, это я, то есть у меня низ больше, чем верх, поэтому за счет этого получается, что верх как будто бы широкий очень, а низ узкий. Но на самом деле это как бы, если женщина более пропорциональной фигуры, может быть, это не будет так выглядеть, а может так задумано, не знаю. Ну, в общем, выглядит довольно эффектно, честно сказать. Просто черное не очень видно на камере. Но видите, у него здесь вот такой вот как-то пришито вот тут вот все. Ну, я вам сейчас сниму на вешалке, покажу, будет лучше видно.
Я уж не знаю, чем он такой дорогой. $225, но вот его код. Ну и вот видите, здесь как сделан вырез. Здесь как-то вот что-то пришито сверху. И вот такая вот большая промя. На него, конечно, все цепится. Все на него цепится, потому что рядом висят свитера. И все, что я примеряла, оно все, конечно... Ну, черный цвет. Черный, почему ткань такая, знаете, вот ворсистая немножко. Поэтому на нее, конечно, все очень цепляется, но вещь эффектная. Бежевая, конечно, было бы лучше, не было моего размера. Ну что ж, девочки, все. Вот такие сегодня были примерки. В последнее время у меня что-то в косе одни свитера идут. Потому что пока что-то ничего, ни в каких-то платьев нету зимних. Вот одно единственное висело платье, такое трикотажное вязаное. И много вот этих вот летних, я бы сказала, тонких трикотажных платьев без рукава, которые они до сих пор продают, которые мне вообще не подходят никак. И что-то верхней одежды особенно нет. Вот несколько пальто было, плащ. Зимний почему-то еще нету, так странно. Обычно у них пуховики появляются уже к этому времени. Все-таки октябрь месяц, уже везде пуховики. Ну, посмотрим попозже, что будет. Все. Всем спасибо, что посмотрели. Всем привет. Пока из Канады. С вами была ваша Дита. Бай-бай.